Всем привет! Парк Южная культура, субтропический рай в Адлере. Тут и так классно. Вот, кстати, цветет лавровый лист. Лавровый лист. А вот это лавровишня. Как она вкусно пахнет. Как она невероятно вкусно пахнет. Вот, кстати, лаврушка цветет. Да, лавровый лист цветет. И он, кстати, пахнет не, ну, не лавровым листом, там, супом, борщом. Он пахнет цветами. А вот фразиция у нас отцветает. Там уже спирея вангута. Бабочки летают. Там спирея вангута, а много бабочек летает. Сегодня у нас 13 апреля. А вот фразиция. Фразиция. Невероятно красивое растение. Это вот чубушник. То, что неправильно называют жасмином. Лох колючий у нас растет. Вот фразиция отцветает. Не буду заходить на газон. В общем, вот тис. Ну, вот этот тис, а это вот у нас лавровишня цветет. Конечно, очень классно. Сегодня относительно холодно. Вчера теплее было, солнце было. Сегодня, конечно, холодина. Вы только посмотрите, какая красота. Настоящее облачко. Ларапеталум. Белая форма. Я в дендрарии не помню, чтоб я его видел. Ну, в принципе, нигде в Сочи я его не видел. А здесь он есть. Высокий. Один из самых экзотических кустов называется утесник европейский. Вот кактусы это есть. Кактусы наши, да. Все удивляются. Церсис европейский. Экзохорда цветет. Вот у меня на даче не прижилась. Здесь вот теплее. Ну и цветут сады. Птички поют, сады цветут. Классно. 13 апреля сегодня. Так, церсиса здесь много. Ну и было, и сейчас есть. Всегда. Так, пойдем глянем гривелею, мне сейчас интересно. И самое главное, ради чего мы сегодня сюда приехали, это сакура. Она сейчас активно цветет. Айвочка вот отцветает. Айвочка выглядит классно. Кстати, очень многие фоткаются зимой и не замечают, как она выглядит тогда, когда она уже отцвела. Вот она. Скоро это будет просто зеленый кустик.
А это у нас цирсис. Уже отцветает. Вот где здорово гулять. Так. Ну, красота красотой, конечно. Но нас сейчас с вами интересует сакура и плодовые, которых здесь тоже очень-очень-очень много. А вот здесь я знаю. Если вы будете копаться в дореволюционных фотках Сочи, то есть одна фотография, девушка такая в шляпке сидит, рядом с араукарией. Вот она. Одна из удивительнейших араукарий в нашем парке. Но там, по-моему, фотка сделана где-то в императорском имении Дагомыс. Это такой хвойный парк. Здесь очень много хвойных. Самая большая коллекция в Сочи. Это еще не самое буйное цветение. Мы сейчас спустимся вниз, в нижнюю часть. Вот там будет очень классно. Я туда тоже подойду. Посмотрите, сколько сегодня людей гуляет у нас в парке. Красота сказочная. Ну, это я туда спущусь, вот отсюда. Вот с этой вот дорожки. Вот с этой вот. Вот так у нас выглядят клумбы сейчас. Ну, в основном первоцветы. Солнце вышло, стало намного теплее. Может, 22 на солнышке, 24. Так, а мы спускаемся вот сюда. Наша цель внизу. Сколько бабочек опыляют лавровишню. Вот еще одна цветет. Это вот маленькая мушмула. Это вот мушмула. Не путать. А это лавровишня цветет. Thank you.
Над бамбуком всегда тенечек. Вот она, наша главная цель. Цветущая сакура. Сейчас я ее буду снимать и фоткать. Как это делают вот эти вот многочисленные отдыхающие у нас. О, еще магнолия суланжа цветет. Классно. Вот так вот. Мы чувствуем весну. Наступила долгожданная пора цветения садов. Я хочу подойти вон к той самой главной сакуре нашей. Ой, красота, конечно, сказочная. Да у нас повсюду красота. Смотрите, как классно цветет. А вот эта сакура, вот это настоящая сакура, это та самая сакура, которая воспета в поэзии Японии. Вот мы сейчас около нее обязательно сфотографируемся. Класс. Гуляешь, и на тебя осыпаются лепестки замечательных сакур, которые, конечно, производят впечатление. Производят. Ради этого сюда стоит ехать. Поспешите еще буквально несколько дней. А это молодые сакуры посадили. Они только лет через 5-7 достигнут вот той высоты. Все сочное, зеленое. О, слышите эти звуки? Сочи готовится к сезону. У нас осталось меньше месяца. На первомайские праздники билетов уже, ну, не достать. О, вон то вот мое любимое дерево. Мы сейчас к нему обязательно подойдем. Вот оно. Маленький был, постоянно здесь лазили. Сейчас все платно. А вот, кстати, под моими ногами валяются листья. Вот они. Это коричник. Ну, близкий родственник корицы. Листва опадает весной, растения с южного полушария. Смотрите, как все засыпано листьями. Как будто сейчас не апрель, а осень. А все почему? Потому что появляются вот свежие почки. И листва прошлого года опадает у нас в конце весны. О, знакомые звуки. Гуси-гуси, га-га-га. Кстати, вот камелия у нас отцветает.
Камелия японская начала цвести еще до Нового года. И вот только сейчас она осыпается. Сейчас пруд привлекает внимание, он наполнен водой, там плавают рыбки, гамбузия наша, живут гуси, лебеди. Но так было не всегда. Этот парк пережил несколько очень странных, ну и достаточно страшных моментов. А сейчас все хорошо, ну насколько можно судить, во всяком случае. Внешне, визуально. Сколько здесь сегодня людей, друзья? Ой, я подойду сейчас к банановой роще. Ну, пара сотен человек точно есть. Сегодня суббота, 13 апреля. Титанику осталось сутки, чуть больше. Так, куда я хотел здесь еще подойти? Я еще хотел подойти к банановой роще, так судьям. А, и посмотреть на азалию. Азалия — это очень классное место. Я думаю, она сейчас, ну, в смысле, я знаю, что она сейчас еще не распустилась, поэтому нужно будет сюда приехать погулять в начале мая. Вот она, цветущая азалия. Еще не до конца распустилась. Но уже производит классное впечатление. Вот здесь получаются очень неплохие фоточки. Вот это все тоже азалия. Вот это азалия, вот это азалия. Вот она у нас распустится недели через две. Вот это вот будет вообще кайф. Класс. Самое здоровское, что можно сделать, это залезть вот сюда. Вот здесь вот. И делать селфи сверху в окружении вот этих азалий. Вот это все азалия, 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 азалия и вот это азалия. Она стала распускаться, но массовое цветение будет только в начале мая. Фотки здесь получаются просто безумные. Сказочные, сказочные. А вот таксоди. Он только-только начинает зеленеть. Только-только появляется свежая хвоя этого года. Только-только веточки становятся нежными. А вот это вот все под ногами прошлогодняя хвоя. А вот самшит, который у нас съела бабочка-огневка. Но здесь хорошо продуваемое место, поэтому самшит уцелел. Эх, как все-таки здорово жить в Сочи. Бамбуковые ограждения. У меня так дома половина забора стояла. Бамбук тамусом прикручен. Одно растение другим прикручено, и никто прийти не мог. О, топиарные формы. Чуть-чуть запустили, но все равно классно выглядит. Зеленый, зеленый, зеленый Сочи. Я себя не слышу, птички. Вот здесь в начале мая, буквально через месяц, это розарий. Здесь будут такие шапки красивые, цветов. Подождем. Чуть-чуть. Меньше месяца осталось. Вот не самый очевидный обитатель нашего города Сочи. Но тем не менее интересный. Черепаха. Вот она.
Так, а там у нас какие-то птички. Издалека напоминающие киви. Вот в птичках я не силен. Но точно знаю одно. Все птички съедобны. Банановая роща. После того, как ее подстригли. Мы тоже так делаем всегда на даче. Вот так вот верхушка срезается. Ну или вон можно под корень. Все равно корневые отпрыски пойдут. И бананы очень быстро восстанавливаются. Буквально за несколько месяцев. Вот это я понимаю бамбук. В общем-то, моя цель достигнута. Самое главное, я хотел снять на видео сакуру цветущую. Я это сделал и фоточки сделал. Сейчас буду их выкладывать в разные наши паблики в Сочи, на которые я подписан. Вот, единственное, что хотел глянуть, это цветущую гривелею. У меня там еще одно растение смущает тем, что вероятнее всего... Такое тоже бывает. Вероятнее всего, я не знаю, что это за растение. Где лебеди? А, вон они. Вон они, видите, где лебеди? Вон они, около домика. Так. Магнолия Суланжа отцвела. А безумно красивые растения, которым еще только предстоит стать героями моих видеосъемок, еще только предстоит распуститься. Вот стоит полностью обезлиственная катальпа. Она, конечно, невероятно классно цветет, но случится это только в конце мая, начале июня. Так, а я сейчас хочу попасть к тем растениям, которые хотел снять на видео. Сейчас вот мы продели на южное. Замечательные растения. Водичка течет из грота. Очень много сосен здесь. Вон пальмы самосевки. Ну, в смысле, сорняки. Пальмы сорняки. Вероника Дубравная. Вон она синими огонечками горит. Детей сегодня здесь. Пфф. Солнышко то выглядывает, то нет. Кстати, по мискантус. По прогнозу может быть дождь. По прогнозу, да. А в среду вообще ливень. Так, а мы идем к гривелее сейчас. И нам главное успеть до дождя. Ну, потому что у меня сегодня в целях еще... Среди целей на сегодняшний день шашлычок. Я такое мясо вчера купил. Шейка. Вот. И замариновал его сухим способом. Вот теперь я хочу... Мне нужно на работу съездить. Сегодня, кстати. А вы пишете тотальный диктант? Вот мы и пишем. Мне интересно. Поэтому я сейчас заеду на нашу базу и буду писать тотальный диктант. Так как считаю себя сильным в языке. Так, он в 2 часа, а сейчас где-то 1:30. Время у меня еще есть. Сколько одуванчиков здесь? Кстати, вот по поводу одуванчиков я тоже хотел сделать маленькое... О, здесь уже боярышник цветет. Вот он. Вот он, боярышник. Называется боярышник колючий. Так. Ну вот, кстати, колючий, он не очень колючий. Где она? Она вот здесь. Она вот здесь. Гривелея вот здесь. Вот. И напишем тотальный диктант. Потом сделаем шашлычок. Покушаем. Ну а потом, скорее всего, поедем в город Сочи.
убираются постоянно. Так, 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 так. Мне надо выше. Ну вот где вы еще увидите такое чудо? Метла, сделанная из листьев китайской веерной пальмы. Ага. Только у нас в Сочи. А это бюст основателю парка Даниила Васильевича. Это он основал это имение случайное. У меня уже телефон стонет, говорит, места нет, зарядка кончилась, критический уровень остался. В общем, максимально намекает на то, что сегодня надо закончить нашу экскурсию по бывшему имению случайная парку Южная культура и ехать писать тотальный диктант. Там сейчас на входе вообще очередь. Приедете к нам в Сочи, обязательно посетите это замечательное место. Оно очень классное. Здесь вот машину можно поставить легко. Туда остановки близко. Магазины рядом есть. В общем, все сделано для того, чтобы вы доехали сюда.